имеет умная светодиодная лента СБЕР. В отличие от обычных лент, лентой СБЕР можно управлять дистанционно. На смартфоне, смарт-дисплее СБЕР-портал, ТВ-приставках СБЕРБОКС и других устройствах с ассистентами Салют. Управлять лентой можно как через интерфейс устройств, так и голосом. Для этого просто позовите ассистента и скажите, что нужно сделать. По вашему запросу лента включится или выключится. Поменяет цвет. Поменяет яркость. Отрегулирует насыщенность и цветовую температуру. Запустит световой эффект, например, романтику или северное сияние. Умная лента может работать по таймеру. И это еще не все. Умной лентой удобно пользоваться. Она предназначена для декоративного освещения помещений, а ее диоды защищены от влаги. Кроме того, у светодиодов повышена плотность. Лента не мерцает даже на минимальной яркости, а значит, ваши глаза не устанут. Длину ленты можно изменить, обрезать или соединить с другой лентой. Сканируйте QR-код, подписывайтесь на телеграм-канал с анонсами и новостями о продуктах Сбер Девайсес. Первая настройка умной светодиодной ленты Сбер. Ленту можно настроить в бесплатном мобильном приложении Салют, а также с помощью смарт-дисплея СБЕР-портал, приставки СБЕРБОКС или другого устройства с ассистентами Салют. Чтобы настроить умный дом со смартфона, установите мобильное приложение Салют. Если вы являетесь клиентом Сбербанка и у вас установлено приложение Сбербанк Онлайн, вход в профиль произойдет автоматически. Если вы не клиент Сбербанка, зарегистрируйтесь по номеру мобильного телефона. Подключите адаптер умной ленты Сбер к электросети. Затем нажмите и держите кнопку на корпусе контроллера. Примерно через 10 секунд лента войдет в режим подключения, диоды на ней быстро замигают. Если лента не перешла в режим подключения, отключите адаптер от электросети на 30 секунд. Затем подключите снова. И еще раз зажмите кнопку на контроллере на 10 секунд. Теперь добавьте ленту в свой умный дом. В приложении Салют откройте раздел управления умным домом. Выберите умную ленту. Укажите сеть Wi-Fi и пароль от нее. Выберите дом и комнату для ленты, дайте ей название. Вы сможете использовать дом, комнату и название ленты в голосовых командах. На устройствах с ассистентами Салют, например, на СБЕР-портал, подключение ленты выполняется похожим образом.
сканируйте QR-код, подписывайтесь на телеграм-канал с анонсами и новостями о продуктах Sber Devices. Как управлять умными лентами Sber вручную? Если вам неудобно управлять голосом, лентами Sber можно управлять вручную. Это можно сделать с помощью приложения Salute или на устройствах с ассистентами Salute. Для этого откройте раздел «Управление умным домом». Если у вас несколько домов, выберите нужный. Затем листайте вниз, отобразятся ваши комнаты, а также устройства в них. Выбирайте нужное устройство или группу и управляйте вручную. Включайте и выключайте. Меняйте режим работы с белого на цветной. Корректируйте яркость, температуру цвета и насыщенность. Чтобы создать нужное настроение, запустите световой эффект. Управление на телефоне похоже на управление через устройство с ассистентами Salute. Сканируйте QR-код, подписывайтесь на телеграм-канал с анонсами и новостями о продуктах Sber Devices. Голосовое управление умной лентой Sber. Сделать голосовой запрос можно через приложение Salute или любое умное устройство, в котором живут ассистенты Salute. Активировать виртуального ассистента можно голосом «Скажите Salute». Кнопкой на экране или пульте умного устройства. Или покажите жест «Salute» устройством с камерой. Управлять можно одной умной лентой, группой лент, всеми лентами в комнате или доме. Чтобы включить ленту, скажите ее название, например, «Salute, включи верхнюю подсветку». Голосовой запрос на выключение ленты может звучать так: «Salute, выключи ночную подсветку в детской». Ассистенты Salute умеют менять характеристики освещения. «Salute, повысь яркость подсветки в детской на 30%. «Salute, измени цвет подсветки в детской на желтый». «Salute, сделай цвет подсветки на кухне холоднее». Насыщенность цвета тоже можно менять. «Salute, сделай свет на кухне насыщеннее». Умные ленты Sber могут показывать световые эффекты. Просто попросите «Salute, включи северное сияние на кухне». При управлении светом можно использовать отложенные команды. «Salute, включи свет в спальне в 7 утра». Или «Salute, выключи ленту через 15 минут». Если таймеры и отложенные команды больше не нужны, отмените их. Скажите «Salute, отмени все отложенные команды». Ассистенты помогут уточнить, не забыли ли вы выключить свет. Просто спросите у них «Salute, горит ли подсветка в гостиной?».
сканируйте QR-код, подписывайтесь на телеграм-канал с анонсами и новостями о продуктах Sber Devices. Монтаж умной светодиодной ленты Sber. Перед началом монтажа ленты проверьте ее работоспособность. Подготовьте ленту, адаптер питания и контроллер. Поверните ленту и контроллер так, чтобы стрелки на разъемах находились напротив друг друга. Затем подключите ленту к контроллеру. Соедините контроллер и адаптер. Вставьте адаптер в розетку. Если все подключено верно, светодиоды загорятся. Перед началом работ убедитесь, что умная лента Sber отключена от электричества. Соедините удлинитель и ленту, как показано на видео. Максимальная длина ленты, подключенная к адаптеру, составляет 10 метров. Чтобы уменьшить длину ленты, аккуратно обрежьте ее по маркировке. Она нанесена на ленту через каждые 125 мм. Перед тем, как приклеивать ленту, убедитесь, что она отключена от электричества. Очистите и обезжирьте поверхность, на которую будете крепить ленту. Снимите с ленты пленку. Приклейте ленту к поверхности. При приклеивании не сгибайте ленту под острым углом. Снова подключите ленту к контроллеру и адаптеру. Включите адаптер в розетку. Наслаждайтесь вашей умной лентой Sber. Сканируйте QR-код, подписывайтесь на телеграм-канал с анонсами и новостями о продуктах Sber Devices.